Государственные органы любят требовать документы, и как легально предоставлять или не предоставлять, и как от этого можно избавиться? Я знаю відповідь на це запитання, точніше не я, а наш гість Олег Юдін, адвокат, який дасть повну відповідь і доступну для нас і для вас, наші глядачі. Чекаємо. Олег Юдін – адвокат. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова. Слави у бізнес-середовищі набув після перемоги у суді по кримінальній справі про шахрайство з банківськими кредитами на суму понад 5 мільйонів гривень. Автор понад 100 публікацій для видань «Forbes», «Бізнес», «Бухгалтерія», «Юридична практика», «Економічні звісті», «Капітал», «Ліга». З 2004 року є автором тренінгів і семінарів з безпеки бізнесу. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. І наше традиційне запитання з самого ранку. Який ранок у вашому житті? При згадуванні якого ранку у вас підвищується настрій? Ну, чесно говоря, очень сложно выделить какое-то утро как особенное. На мой взгляд, любое утро уже повод для хорошего настроения, потому что оно в себе несет перспективы новых встреч, новых дел, новых возможностей. Ну и так перейдем же к профессиональной вашей деятельности. Поступил запрос о предоставлении документов. На что нужно обращать внимание, прежде чем принимать решение? Ну, прежде, самое первое, на что нужно обратить внимание, на собственное эмоциональное состояние. Потому что, когда особенно впервые к людям поступают запросы, они очень сильно нервничают, переживают, и это очень сильно мешает объективной оценке. Когда человек успокоился, вот тогда мы начинаем уже объективно анализировать. Прежде всего, надо вспомнить, что есть статья 19-я Конституция Украины, в части 2-й, которая записана, что органы государственной власти, местного самоуправления, а также их должностные лица обязаны действовать на основании, в пределах полномочий и способом, установленным Конституцией и законами Украины. Вот эта триада, эти три момента обязательно должны быть соблюдены органом, который направил запрос. И по этим трем основаниям мы сразу же проверяем и анализируем поступивший нам запрос. Давайте я так на примере покажу, чтобы это было более понятно, потому что для многих это просто общие фразы будут. Представьте себе, что вот Служба безопасности Украины, как сейчас модно, присылает какой-то запрос и ссылается на нормы Уголовно-процессуального кодекса. Это основание. Мы открываем статью, на которую она ссылается, и действительно, там написано «имеют право». Отлично, это основание. Но действуют ли они в пределах своих полномочий? Здесь мы вспоминаем, что не все уголовные дела, не все статьи под следственной службе безопасности Украины. Мы проверяем, имеют ли право они по данной категории дел вести следствие. Не вышли ли они за пределы своих полномочий. Это второй критерий. А третий критерий – это способ. То есть формально соответствует ли документ установленным законом критериям. Например, налоговая очень часто любит попросить документы какие-то, но согласно налогового кодекса, они в своем запросе обязаны указать перечень документов, которые они просят. А в 90% случаев они отделываются общими фразами. Там документы за такой-то год, никакого перечня нет. Есть формальное нарушение способа. И вот каждое это основание, которое мы анализируем, дает нам возможность принять правильное решение в итоге. А добре, скажіть, чи є, існують, можливо, такі легальні засоби не надання документів? Ну, окрім тих, що ви перерахували. Ну, от ми якраз і підходимо к этому. Ми для чого робимо аналіз? Щоб зрозуміти, ми повинні виконувати це требування, законно ли воно по кожному із пунктів, або воно незаконно, і ми маємо право на основі закону відмовити в предоставленні. От для цього і аналіз проводиться. Тому що будь-яке нарушення по формальним основаниям говорить о незаконності дій органу, який від нас щось просить, і, звісно, ми маємо повне законне право їм відмовити в цьому. Чим збір доказательств поліції відрізняється від незаконного збору конфіденціальної інформації? Ну, если мы говорим о сборе доказательств, то мы, в принципе, уже переходим в область уголовного права, когда полиция осуществляет сбор доказательств. Он четко регламентирован нормами уголовного процесса. Но очень часто происходит, когда сбор доказательств становится, собственно говоря, сбором незаконной информации. Почему? Потому что не все следователи тщательно соблюдают нормы уголовного процесса. Для этого в Уголовно-процессуальном кодексе есть даже специальный термин «недопустимое доказательство». То есть то доказательство, которое было получено следователем с грубым нарушением требований уголовного процесса. И вот это доказательство невозможно использовать для доказательства в суде вины, для предъявления обвинения любому лицу.
Вот оно становится незаконным. И, кстати говоря, в Конституции Украины у нас тоже есть статья, которая говорит, что на незаконно полученных доказательствах не может быть основано обвинение. Зрозуміло. А які повноваження прокуратура втратила після реформи? Ну, к сожалению, реформа несколько затянулась у нас, но один большой положительный момент действительно эта реформа принесла. У прокуратуры на сегодняшний день ушли такие полномочия, которые назывались как общий надзор. Вот в порядке общего надзора прокуратура раньше имела право прийти на любое предприятие и проверить соблюдение абсолютно любых требований законодательства, будь то охрана труда, будь то земельные отношения, будь то экология. И, естественно, такие неограниченные полномочия порождали большие злоупотребления. Вот сегодня этого нет. За прокуратурой пока осталась поддержка гособвинения, которая, собственно говоря, для чего и нужна прокуратура, в общем-то. А на переходный период еще осталось следствие. Ну, дай бог, скоро и этого не будет. А отличается ли методология оценки запроса СБУ от полиции и фискальной службы? Ну, как таковой методология, она одинакова. Что от СБУ, что от полиции, что от налоговой, если нам пришел запрос, мы по этим трем критериям, о которых мы только что говорили... Статья 19 Конституции, часть 2. Анализируем. Отличается только то законодательство, которое мы используем при оценке и выводе законно-незаконно. Допустим, если пришел запрос от службы безопасности, мы берем соответствующий профильный закон, плюс по необходимости уголовный процессуальный кодекс. Если это полиция, мы берем закон о национальной полиции и опять-таки уголовный процесс, социальный кодекс. Если это налоговая, мы берем соответствующие статьи налогового кодекса. Если это другой орган, который не имеет специализированного закона, у нас есть для этого случая общий закон, который называется, если не ошибаюсь, у него длинное такое название, закон об основных основах контроля, надзора за хозяйственной деятельностью. Там длинное такое название. Но вот этот закон устанавливает общие критерии для всех остальных органов по проверке. И только вот в этом и существует отличие. Но мы все знаем, что податковая служба, она принимает данные уже давно. Но в електронному вигляді. Як реагувати на такий запит, коли саме документи? В яких випадках вони можуть дійсно вимагати ще й документи, додаткові? Дело навіщо, в том, якщо дело є електронний варіант? Я зрозумів. Просто смотрите, діло в тому, що в електронному виді в налогову поступають не всі документи, тільки налогові отчети поступають, налогові накладні поступають. Сьогодні поступають в связи з реформою повні дневні отчети касових апаратів. Но налоговий отчет составляється на основании первичных документов. Накладные, договора, акты выполненных работ и так далее. Вот все эти документы у налоговой отсутствуют. И бывают такие случаи, когда действительно возникает необходимость у налоговой для подтверждения данных налоговых отчетов получить дополнительную информацию. Вот в случаях, прямо предусмотренных налоговым кодексом, налоговая действительно имеет право обратиться к налогоплательщику за предоставлением дополнительных документов. И эти документы никто в электронном виде им не предоставляет. Сейчас реформируется местное самоуправление. Какие старые и новые полномочия по предоставлению документов появились у региональной власти? Ну, насчет старых полномочий, думаю, всем известно. Я лучше расскажу о новых. Потому что у нас с нового года государством в очередной раз объявлена кампания по борьбе с теневыми доходами населения, борьбе с неофициально неустроенными работниками. Все знают про штрафы в 320 тысяч гривен. У меня все клиенты с Нового года. Мне еще не было ни одного, который бы такой вопрос не задал, что же нам делать и как спасаться. Так вот, в связи с этой реформой органам местного самоуправления предоставили новые полномочия, которых у них действительно раньше не было. А именно, к ним относится возможность проведения контроля в сфере трудовых правоотношений. То есть некоторые категории лиц из органов местного самоуправления, а именно члены исполнительных комитетов городов областного значения, а также исполнительных комитетов объединенных территориальных громад, получили право осуществлять на предприятиях и у предпринимателей контроль. И вот недавно был принят постановлением Кабинета министров порядок этого контроля. И вот в этом порядке установлено новое право истребовать документы, с которыми связаны с предметом проверки. Единственный нюанс, который необходимо обратить всем внимание, не установлен ни порядок этого требования, в каком виде и что там должно в обязательном порядке быть, ни срок ответа на него. Пока что это не урегулированный момент.
Зрозуміло. А як себе вести під час вилучення документів? Все, вже прийшли, вилучають документи. Сказати, почекайте, зараз я подивлюся в Конституцію. Одну хвилиночку, так. Як себе вести? Ну, во-первых, ніхто вам не запрещає, дійсно так сказати, извините, одну хвилиночку, зараз дістану Конституцію та подивлюсь. Так, это не запрещено, на самом деле, действительно. Во-вторых, если мы говорим уже об изъятии, то мы должны понимать, что изъятие принудительно, возможно, только в рамках уголовного процесса. Налоговая не может просто так во время проверки прийти и сказать, вы знаете, я это у вас принудительно забираю. Силовое изъятие, то есть помимо вашей воли, это уже называется обыск. Для этого необходимо получить судебное решение. И судебное решение, когда к вам следователь приходит с таким судебным решением, подлежит точно такому же анализу, как любой запрос. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает очень четкие критерии, которым должно соответствовать это судебное решение. Оно называется по-русски «определение», по-украински «ухвала». И мы, получив этот документ с печатью суда, не ксерокопию, достаем уголовно-процессуальный кодекс. Ничего тут зазорного нет. Никто его наизусть не помнит из обычных предпринимателей. И попунктно сверяем, соответствует или не соответствует. Если мы выявляем какие-либо нарушения, то есть не тот адрес, не так предприятие указано, еще иные нарушения, мы имеем полное право указать следователю на дверь и сказать, что это не тот документ, который даст вам право сегодня принудительно взять какие-то... Что-то вроде этого. А что делать, если вот в такой ситуации в филиале компании нет юриста? Ну, здесь вопрос в том, что не все компании в состоянии оплачивать юристов, тем более, если сеть широкая филиалов, и загрузить человека физически нечем. Я так розумію, достатньо хоча б придбати конституцію для початку, так, щоб вона була. Ви знаєте, здесь вопрос в чому? Психологія, на самом деле. Не кожен чоловік в стресовій ситуації способен вспомнити, що у нього лежить на столі конституція. А чи застосовуючи жорстку риторику, у нас були гості, які казали, що так, там... Нібито і знаєш, що треба робити, але... Да, более того, следователи, як правило, злоупотребляя своїми правами, заставляють вас поверить в то, що навіть якщо ви говорите то, що соответствует закону, що це ви неправильно його понимаете. І чоловік теряється, тому що він не є професіоналом в цій області. І, звісно, дає задню і соглашається з требованиями, які явно незаконні. У нього нет аргументів продовжувати спор. Вот для таких ситуаций, чтобы как бы компания и зря денег не тратила, вместе с тем была какая-то гарантия защиты, я бы порекомендовал как можно ближе к месту нахождения филиала найти квалифицированного адвоката. Это швидкая допомога, так? Да, заключить с ним договор на будущее, на тот случай, если вдруг ситуация возникнет. И с оплатой, естественно, по факту выполненных работ. В таком случае и компания защищена, и деньги сэкономлены. Чудовий варіант, компромісний. Адвокат-фрілансер. Ну, тут є недостаток, тому що адвокат може бути зайнятий в цей момент на іншому ділі. Але ж у нас є змога почекати там певний час. Сказати, да, адвокат їде, подождите, да. Почекати день-два. Ну, два, вряд ли слідователь буде стояти по двері, два дня ожидає, поки приїде адвокат. Який є временний ліміт, щоб подождав слідователь? Скільки? Час-два? Знаєте, на самом деле, уголовно-процессуальним кодексом не установлен вообще никакой лимит, следователь может зайти, а потом, как сегодня всем известно, возникают огромнейшие проблемы в том, что адвокатов не допускают в закрытый офис, где там производится обыск. А можно ли не пустить следователя? Сказать, что подождите, я сейчас не готов? Вы можете не открывать двери, но у следователя есть право силового открытия и силового захода. Якщо в нього є судове рішення. Так, звісно. І це рішення суда на обиск дає йому право виламувати двері, вскривати сейфи без вашого согласия. Ну, це важлива ремарка. Тому що якщо він сам робить це силове відкриття. Ні, якщо в нього нет судебного рішення, то головне наказуємо діяння, і все, що він там у вас отримав, в итоге становится недопустимим доказательством. Даже якщо це изобличает вас в убийстві, це вже невозможно использовать в суді. Дякуємо вам. Особисто для мене це було дуже доступно, зрозуміло, тому що я вперше чую деякі моменти, і я одразу зрозуміла з першого вашого слова. Для наших глядачів це буде також дуже корисно. Ну, ми будемо сподіватися, що у нас буде менше таких силових захватів, якихось фірм, компаній. Будемо сподіватися, що держава буде таки правовим по-настоящему. Все буде, головне, щоб було по закону. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Хорошого дня. Всього хорошого.